Свой первый магазин канцелярских товаров бизнесмен Павел Пальтов открыл в 2019 году. Точка уютно расположилась на втором этаже торгового центра «Красный камень» и сразу заслужила любовь покупателей. Идеей основателя была продажа качественных товаров по доступным ценам. Летом 22-го предприятие расширилось. Сегодня здесь можно встретить большой ассортимент школьных принадлежностей и наборов для творчества. Мы хотим, чтобы дети и взрослые в том числе пользовались качественными канцелярскими товарами, потому что это, а, приносит удовольствие, и, б, качественный товар, он делает красивым почерк, он помогает ребенку учиться в том смысле, что ребенку нравится этот процесс, он получает от него удовольствие и хочет заниматься этим дальше. Не отрываться от жизни округа, быть социально ответственным бизнесом – еще один принцип работы магазина. Канцпарк неоднократно участвовал в разного рода благотворительных акциях. В конце лета, перед началом нового учебного года, предприятие предоставило более 30 школьных наборов для детей и семей беженцев. На днях мероприятие повторилось. Мы вас пригласили, чтобы подарить вам замечательные школьные наборы. От себя хочу вам пожелать, чтобы вы хорошо учились, радовали своих родителей отличными оценками. В этих наборах есть все самое необходимое для школы. В этот раз наборы для учебы и творчества получили 10 школьников. В каждой коробке тетради, ластики, карандаши, ручки, альбомы и блокноты. Для мальчиков и девочек отличаются тематическим оформлением. Очень хороший набор. Спасибо большое. Так, мне кажется, с новым набором надо учиться на одни пятерки, как да, думаешь? Согласен. Я буду хорошо учиться, и у меня и крутой набор. Сейчас в Видном уже два магазина канцпарка. Второй находится в торговом центре «Галерея 918». Здесь всегда рады гостям. Ознакомиться с ассортиментом помогут опытные консультанты. Как отметил владелец сети, сюда люди приходят за хорошим настроением. Ведь от разнообразия и красочности товаров разбегаются глаза. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.